Вот, 4 октября. Сегодня пришли, выбрали время с огорода убрать морковь, капусту, свеклу. Вот. А это вот тут рядом. Вот они, гуси плавают. Вот они как ныряют. Пирс весь в воде. Вот они как. И не мерзнут ничего. Снимаю, и руки мерзнут. А даже нужды нету. Баня, банный день у них сегодня, вот он. Переворачивается кверх ногами. Вот деревня как, ну в городе где увидеть? А вон плывет андатра. Я ее не вижу, может быть и... нырнула. А может и бобер. Голова одна, видать только. Вот она. В камыши. Да бобер, наверное, нос один показывает. Озеро. А вот наш храм, видать. Склад Игоря Барабаша. Это вот от пруд. Пруд. За пруды наши. Сколько, вот подъехал только, только что пришли, и сколько я уже увидел, и гуси, и андатра или бобер, даже не узнал. Холодно, да, но красота какая. Посмотрите, вот березы каким, ветла, ветлина, зеленым цветом. Вот тополя первые облетают, вот они стоят. Плавает, как поплавок. Ни грамма не тонет. Что делают? Гуси. Посмотреть надо. О, нашли арбуз. Это наше уже. Ой, велосипед Володин. Сегодня балкон сделали. Ага. Ребята уже пошли.